Вот у меня брат, у него машина стоит в гараже много лет. А когда он будет иметь право именно по своей книжке инвалидной, у него будет больше возможностей. Это раз. Второе. Многие наши граждане недовольны транспортным налогом. Они не ездят. Вот у меня брат, у него машина стоит в гараже много лет. А налог платит каждый месяц. Поэтому нам выгодно, чтобы мы транспортный налог не платили, а он входил бы в стоимость бензина. Вот ты едешь, колеса крутятся, вот и плати за бензин, а часть прибыли от продажи бензина пойдет туда, куда шел раньше транспортный налог. Он идет в местный бюджет. Вот. В том числе вот проблемы другие, которые возникают с транспортом. Позиция ЛДПР, надо обязательно сделать упор на транспортный характер российской экономики. Продовольствия во всем мире полно, даже избытки. Нефть и газ полно, из-за этого идет война. Куда нефть и газ поставляют? Через два континента пройти, Азия и Европа.